естественно, не обольщаемся. И сегодняшнюю победу мы столько растеряли уже, и, конечно, играть в ближайших играх. Хотя сейчас едем в офис, там еще поедем. Я давно говорю, что с тем подбором игроков, который у нас есть, и сейчас мы можем любому сопернику показывать свою игру. Да, мы можем проиграть это футбол, но то, что мы будем, мы уже конкурентоспособны с любым соперником. Поэтому я остальное не буду на своей игре, будем играть. По сопернику Краснодар, как пришел Игорь Шарипов, видно, сразу игра Краснодара изменилась. Я все три игры смотрел, Шарипову и Дой, но более сбалансированная команда стала. И, наверное, уже они четвертую игру по нему играют. И больше одного гола не пропускают. Говорит, вязкость получается игра. Они нас, естественно, ничем не удивили. То, что мы хотели, знали, что они будут делать. Они то сегодня на поле показывали. Мы, естественно, готовили свои контраргументы. Я еще раз говорю, Краснодар 2 очень молодая команда, но довольно-таки хорошая команда. И еще раз повторю, определенно сказать себя хорошие слова главного тренера, потому что действительно команда видоизменилась немного, там перестановки кое-какие сделал, и они в лучшую сторону согласны.